красивый день. Агентство «Сюрпризы Nokia Day» решило сделать вам такой сюрприз. Мы хотим вам пожелать хорошего, крепкого здоровья и счастья в вашей жизни. Позвольте для начала подарить вам этот букет цветов. Как вы уже догадались, мы пришли не с пустыми руками. Это значит, что кто-то об этом позаботился. Пожалуйста, возьмите этот торт. Как вы думаете, от кого это? Если с компас уйти, значит, от мужа. От мужа, все верно. На самом деле он нам написал очень красивые слова. Если вы позволите, я прочитаю. Любимая и единственная, как ждешь, что меня сейчас нет рядом с вами в этот день рождения. Я хочу сделать признание. Я самый счастливый человек во всей вселенной. Просто потому, что рядом со мной такая женщина, как ты. Особенная, легкая и воздушная. Только ты умеешь находить нужные слова и поддерживать меня во всех начинаниях. Именно благодаря тебе я верю в то, что способен покорить любые высоты. Так хочется говорить слова, поднимать настроение своими поступками, делать приятное, оказывать всяческие знаки внимания. Спасибо тебе, милая, за прекрасных деток. Спасибо, что каждый день ощущаю твое присутствие в своей жизни. Помни, ты самое ценное, что есть в моей жизни. Ты много для меня значишь, и я всегда буду оберегать тебя как самую большую драгоценность. С днем рождения, любимая Олечка. Спасибо. Ел врат тот Сережа. Может, вы хотите сказать пару слов, может? Да, тебя вот, Сережа. Максим, я смог. Максим, я смог. Большое спасибо. Всем вам. 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 Спасибо. Вс